Ну, собственно, как бы так и состоялась песня. Потом мне стало жалко, что нет у нас в Петербурге мало клипов красивых с видами о городе. Ну, вот я так немножко поднатужился, взял ребят, команду и снял клип о Санкт-Петербурге. Давайте посмотрим. Сколько рек, сколько рек, и прекрасных, и любимых, но одна, по судьбе моей, все бежит столько лет, возвращая, где б я ни был, к берегам своим, белых-белых ночей. Здесь мосты наяву танцуют. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, твоих ночей мне не забыть. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Господь тебя хранит. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, твоих ночей мне не забыть. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, и пусть Господь тебя Да, очень красиво, и, конечно, вокруг вот старого города можно столько много, без конца можно его воспевать и воспевать и воспевать. И никогда эта красота не закончится. Друзья, напоминаю, мы с вами находимся на передаче «Второй план» на телеканале «ВОТ» имени Алексея Лушникова. А в гостях у нас питерский композитор, певец, Дед Мороз, кстати, поющий Дед Мороз, Александр Панов. А у тебя нету видео, где поет Дед Мороз? С Дворцовой есть фотографии, кстати, вот если сейчас покажешь фотографии. А пусть на фотки у нас идут, а мы с Сашей будем продолжать разговаривать. А, это я сейчас сделал. Все, это сейчас вместе невыполнимо, это пробы. Нет, это я клип сейчас снимал себе, «Синяя звезда». Вот там прямо со съемок клипа эти фотографии получились. А по поводу Деда Мороза, в прошлом году, да, я открывал как поющий Дед Мороз на Дворцовый Новый год. В этом году мы тоже пели там, с Настей участвовали. Это, кстати, афиша, когда в Александринском театре был балет «Сон по Булгакову». Это 300-летие флота. Это сама булгаковская тема в роли кота. Принимаю участие. Так а что тут смотри? Че ты вот пытаешься здесь? Ну, здесь-то, наверное, можно оставить. Ну, смотри, у нас вампиров взял и поставил Юрий Алексеевич вампиров. И на них прутся. И платят большие деньги за билеты. Нам даже контрамарок дешевых не купить. Вот мне интересно, вот мы только что обсуждали тему, почему происходит одно, а не другое. А че ж он не взял этот Юрий? Там, как... Нет. А че своих не взяли? Что, своих нет, что ли? Санька. Ну так, я же тебе уже опять говорю про нашу, как Есенин сказал, во это всем мне, кстати, виновата наша равнинность. Сейчас, секундочку, вот это мне посчастливилось петь в Москве маршалы нашего Советского Союза. Язов, это у тебя Язов справа? Язов, зам генерального штаба, это Вячеслав Третьяк, кстати. Третьяк, да, это тебя, когда Владислав. Сборную он уговаривал. Да, уговаривал меня принять эстафету, встать на ворота. Ну смотри, у тебя концы какие. У тебя надо было про ГКЧП написать песню. Про хоккей
новую написать, чтобы Толя, заменить. Пусть дурдомом занимаются другие. Вот у меня есть тема, понимаешь, которая мне интересна. Так ее надо оставить тогда. Ее с удовольствием поставят. Я собираю с тобой, сейчас возьми. Свою труппу сейчас собираю. Новую труппу собираю. Нет, ты подтяни, пусть даже, ну, не польского, Юзефой, ну, какого-то известного, кто ставил бродвейские мюзиклы. Потому что Булгаков для них тоже классик. Они также с уважением относятся к русской классике, литературе. Я, да, не ожидал, когда после Александринского, в Александринке, когда поставили балет, я не ожидал, что только будет иностранцев. Когда потом консул, жены, что... И правильно, и здесь... Оказывается, там... не только роман номер один в мире, не только у нас в России. И вот как раз работает эта история, когда... пророка нет в Отечестве. Вот как раз если поставят кто-то там и скажут, а кто это написал музыку? Панов. Тот самый Панов, который поет Дедом Морозом? Ты хочешь посмеяться? Вот как раз там-то мне и предложили поставить. Но вот корнями, нутром вот чувствую и хочу в России. Просто вот надеюсь, я сейчас прикладываю все усилия и собираю труппу, да? Делаем некоторую съемку с тем, чтобы вот... Ну, а вы же возьмете, ну, кого вы возьмете? Безрукова, Безглазова, там, Гошу Куценко, и снова сделают «Джентльмены удачи 3». У меня нет таких мозгов и денег, и я буду собирать и собираю певцов достойных. То есть у меня все-таки поющая здесь история. Вот. Так а нет никаких у тебя фрагментов, хоть какие-то фрагменты, а то Женя фрагменты? Хазанова... «Сон по Булгакову», вот там есть кусочек балета «Сон по Булгакову», если сейчас нам... А, нет, а у нас по порядку какой-то существует видео, да? Вот, пожалуйста, давайте «Сон по Булгакову» посмотрим. Это из Александринского театра. Вокальные партии так уже подставлены. Давайте посмотрим.
получается. Все остальное. Танго греха за ночною вуалью, жадной луной притаилась страсть. Танго греха разольется нечаянно из бокала вином, не воротишь назад. Я плесну этот сон на колени и руки, и на губы твои, чтоб потом все испить. Я плесну этот сон, чтоб застыли все звуки. Для чего нам они? Сомкну, сольюсь дыханием, как же я тебя люблю, моя желанная. Руки обручем сомкну, сквозь ночи грешные, как же я тебя люблю, моя нежная. Ну, в общем, красиво, красиво, но мало. Это здесь сцена синтез... какая? Это Александринский театр, синтез балетный, есть гимнастки. Чемпионки мира по художественной гимнастике 5 человек. Ну а Валя что здесь? Она со всеми работала? Валентина Ганнибалова, да, ставила все. Потом Инна Быстрова, балет. Это наш педагог, заслуженный прославленный орденоносец из Лесгофта. Несколько человек я взял просто с клубов, набирал, вот мне какие-то типажи нравились. И, конечно, примы балетные. Ну вот было недостаточно, мне было недостаточно вокала. Вокалист, как кто вокал? Но здесь, это я уже подложил звук, потому что Анюта Вавилова, кстати, вот видите, как звезды сошлись. Я не знаю, она сегодня услышала. Вот. Анюта пела, ну там кое-что я. И, конечно, этого было мне мало. Сейчас будет вокальная партия, дайте мне некоторую паузу, я сделаю, там, скажем, постановку мюзикла, и тогда поговорим. Ну, хорошо, а теперь о хлебе насущном. О флоте давайте. О хлебе насущном. Флот. Почему флот? Вот почему флот тебе... Почему ты флоту решил посвятить? Кто-то шепнул, мол, Санек, давай продадим флоту песню. Да если бы купили и предложили денег, я был бы рад. Нет, просто позыв души, и самому хотелось как-то песню... Служить на флоте. Господь. В армии вот. Ты служил на Урале или нет? Или ты сочканул тут на атомной станции? А ты попробуй уйди с атомной станции в армию. Я трижды пытался уйти, трижды под статью. Помнишь, как раньше под статью? Подписку дал. Так нет, а ты не можешь уйти. Ты больше не... мой бы литературный, театральный и все прочее, я бы никогда никуда не поступил. Раньше, помнишь как? Ушел не по собственному желанию, все. Поэтому станция приговорила некоторые свои вот дела. Ну, Вот поэтому душа рвалась, душа рвалась на море, на флот. Давайте посмотрим. Вот это был 310 лет российскому флоту, а концерт на стрелке Васильевского. Вот посчастливилось мне ребят собрать, и вот как бы такая получилась некоторая история концертная.